Всем привет! Мы в Таиланде, на Пхукете, в отеле Palmeri Resort. Это 4-звездочный отель в 800 метрах от пляжа Ката. У него очень современные, приятные номера. Площадь номера достаточно большая. Такая минималистичная обстановка. Очень большая кровать. Есть прозрачные стекла в ванну, которая закрывается. И главная фишка номера – это выход к бассейну. Есть своя терраса с шезлонгами и свой выход в общий бассейн. Так, пришли до нашего номера. Ну вот, да, у нас тут тенечек. Особо, конечно, не позагораешь, но можно поплавать. Было бы идеально, конечно, если бы и здесь. Но для такого большого отеля, наверное, вряд ли когда-то эти бывают, как они называются, плавсредства. Всякие лежаки, круги. Вот. А в том отеле у нас были просто в доступе для клиентов, для гостей. Вот у них хорошо, им прям солнышко туда попадает. А у нас он загораживает такой тенечек. Ну ничего, будем, если что, ходить в тот бассейн. Отель был построен в 2013 году и в 2023 полностью реновирован. Есть услуга шаттл-баса до пляжа, что очень удобно. Такие слоники вырезаны, прикольно. Так, это который основной бассейн, ну в плане такой для всех большой. С зонтиками, потому что у нас особо там не позагораешь, хотя, может быть, когда мы выходили из номера, было облачно. Ну, сейчас посмотрим. К нашему бассейну тоже подойдем. Что-то такое вот. Все пока что даже свободно. Еще никто не проснулся. Либо загорают все у своих номеров. Ну, в основном, да, лежат все у своих номеров. Что далеко ходить. Все под рукой. Тут вот готовят омлет. Яичницу, вафли. Вафли вообще это просто бомба. Очень вкусная. Тайская еда. Курочки всякие. Разнообразие, но большое. Вот. И меняется также каждый день разное. Ну, не прям разное, но, допустим, вчера была картошка пюре, сегодня вот grilled potato. Закажи, да, два. Так, тут салатики. Вкусняшки всякие разные. А, тут арбуз, дыня. В прошлый раз была дыня, сейчас прям вообще очень вкусная, сладкая. Напитки. Вот эти десертики, я такое не пробовала еще. Какие булочки. Даже супчик. А, супчик я, кстати, ни разу здесь не пробовала. Сегодня здесь, видимо, там ха. В прошлый раз был какой-то суп-пюре. Такой красивый вид везде панорамный. Что ты берешь? Сыр с помидорками. Помидоровый сыр с помидорками? Помидоровый. Очень вкусный омлет. Просто обалденный. С сыром девушка готовит. А еще мне здесь очень понравился в кофе. Прям вкусный, как я люблю. Много пенки, капучино. Вот, и он сам по себе вкусненький получается очень. Рекомендацион кофе в Palmeri Resort.
А, нет, это не шот.